Театр оперы и балета Якутии завершил свой гастрольный тур. Он продлился с 8 по 27 ноября. Начало турне положила опера «Князь Игорь», представленная в Санкт-Петербурге. Эта же опера и завершила гастроли, но уже в Калининграде. В театре эстрады Светлогорска артисты произвели полный фурор. Начало постановки положила музыкант-хомусистка Юлиана Кривошапкина. «Князь Игорь» в якутской постановке – это смесь классики и язычества. Эти гастроли для нас очень знаменательны и, конечно же, были сопряжены с большим, конечно, напряженным графиком, потому что всего пройдено около более 12 тысяч километров. Тем не менее, гастроли успешно завершились.